Пляжи острова Илиеру. Хорошая парковка. Есть контейнеры для мусоросборника прямо около трассы. Удобный спуск к океану. Купаться комфортно, можно с пирса. Там из нержавейки лестница. Может быть, не совсем удобно, как песчаный пляж. Ну, что поделаешь. Так, в предыдущем эпизоде я видел навес такой и как бы предположил, что это для барбекю. Ну, вот видят примерно то же самое, но уже компанию. Вот, я близко не буду уже подходить, сейчас только приближение сделаю, люди отдыхают. Кто-то с машины просто приехал посидеть, подышать воздухом. А там семья, может, с друзьями, с детьми. Сейчас я приближение сделаю. То есть и навес, и столики. То, что на Тенерифе, я не видел нигде на пляжах вот такой вот, такой сервис, скажем, бесплатный. Муниципалитет побеспокоился о местных жителях. Так, и да, детская площадка. То есть, если с детьми приехать, они могут хоть скромная площадка, ну, поиграться, отдохнуть. Приспосабливаются люди. Напомню, что 12,5 тысяч жителей на острове Илиеру. Туристов, к сожалению, мало. Вижу вон мобиль, может, на пароме приехали. Когда я делал первые эпизоды с парома, разговаривал с соседями по столику, ну, через стекло, когда снимал. Тоже с Тенерифа, но на один день, то есть одна ночевка. Но это мало, все-таки это остров, спокойно, не спешить. Уже спланировать, если несколько дней, и максимально посмотреть. И я вам постараюсь максимально показать. Я уже второй раз на острове, поэтому уже имел представление. И такие еще интересные места себе запланировал. Еще скалы покажу. Так, и вот эта скала далековато, сейчас приближение сделаю, понадобится. Сейчас. Ага. Кокарочку, если хорошо приглядеться, на фоне скалы, может быть, и не контрастно видно, как видно. Ветер усиливается. Едем дальше.